Вересень – насичений подіями місяць. Адже з початком осені школа відчиняє двері до знань, а улюблений харківський тюз – двері до казки. Теплого суботнього ранку відбулося урочисте відкриття 58-го театрального сезону. Доброго дня, матусі, татусі, дідусі та бабусі! Ваші випуски! Сьогодні, 16 вересня 2017 року, ми знову відкриваємо двері до казки. Для того, щоб започаткувати 58-й театральний сезон, не шкодуйте свої долоньки і давайте гучно поаплодуємо для успіху Харківського театру для дітей та юнацтва! Через запальні українські веселощі та забавки сквері театру, які були чутні ще здалеку, дуже важко було утриматися від танцю. А я люблю таку для спати. Цікавеньке змаганнячко влаштували для маленьких харків'ян. Композиція називається «Це Маша і Ведмідь». Можна нам декілька куля пусту дівчаткам, будь ласка! У мандрівку казковими світами разом з глядачами вирушив і батько тюзу. Будь ласка, нашому господарю. Колектив Харківського театру для дітей та юнацтва щиро вітає вас з початком театрального сезону. І що, запрошуємо хоч і для символічного, але ж все ж урочистого відкриття 58-го театрального сезону Харківського театру для дітей та юнацтва. Запрошуємо, будь ласка. Відкрито, двері до каси відкриті. Прочинена куліса театральних таємниць посилила святковий настрій та навіть наблизила новорічний. Зараз ми працюємо над спектаклем для підлітків, називається «Бєлаворона.нет». І паралельно починаємо працювати над музикальним спектаклем, таким подвижним спектаклем «Пеппі длинний чулок». До Нового года мы планируем сыграть эти две премьеры. Вот. А после Нового года будут новые планы, новые спектакли. Обязательно будет спектакль для самых-самых маленьких. О названии пока не говорю, но обязательно будет для самых-самых маленьких, которые делают свои первые шаги в театральной жизни и приходят к нам в театр. И мы хотим сделать такой спектакль, чтобы вот они пришли и шли с нами по жизни. Сезон почався з творчого переполоху – «Золотому курчаті 30 років». Когда 30 лет нашему спектаклю. Я думаю, что в вашей компании должно тут немножко добавиться людей. Не будете возражать? Дорогие друзья, в нашем зале находятся люди, которые на протяжении 30 лет в разные годы играли разные роли. И поэтому я с огромным удовольствием сейчас приглашаю на сцену, для лисички. Исполнительница роли лисы, заслуженная артистка Украины Ольга Кольченкова. Я прошу на сцену. Просто я хочу пригласить на сцену первого исполнителя роли волка Анатолия Подорожка. Так, она уже готовится. Готовятся наши цыплята. Готовятся. Наталья Антоненко! Так, любимая исполнительница. Із душевним теплом згадують актори, як курчатко вилупилося із золотого яєчка, явивши на світ зворушливу і дуже веселу виставу. Обычно в театре спектакль выпускается за 3, за 3,5, за 4 месяца. И один артист
почти дойдя до премьеры, спекся. Он не выдержал такого ритма, такого темпа. Другой перед самой премьерой вывихнул ногу. Мне звонят домой, и мне объясняют, меня вводят на роль волка. И за эту неделю, я не знаю, сколько я сил потратил, я приходил до репетиции, сам с собой репетировал танцы и песни, включал магнитофон, радистов не вызывали, мы работали до репетиции и после репетиции. И так мы вот на ножках весь спектакль и отрепетировали. Мы играли спектакли, и у меня были моменты, когда вот лиса убегает в зал, уже, значит, волк ее выгоняет, она бежит, ну, там очень надо, я с вами не останусь, я сама буду там по себе. И на меня, мне страшно иногда было выбегать в зал, потому что дети на меня, иди отсюда, уходи, уходи. Они на меня гнали, они хотели меня вообще там, не знаю, выгнать и побить, наверное, эту лису хищную, страшную. Вот, и мне было просто страшно. Я говорю, дети, это же все-таки игра, это спектакль. И дети верили настолько, что, ну, было очень радостно работать, радостно. У кожного актора власне бачення ролі, але роботу нового покоління піонери вистави оцінили як гідну. И, конечно, у каждого из них, я каждого из них видел, у каждого из них были свои какие-то находки, свои удачные места, и я даже думал, ух, если бы я сейчас играл, я бы тоже так сделал. Ну, об этом можно много говорить. Дело в том, что если артист хороший, он вносит какую-то свежую струю в спектакль. И вот то, что мы сегодня видели, да, я в чем-то там не согласен с ребятами, но они работали хорошо. Хорошо. Главное, что у них был ансамбль. А ребята на сегодняшний день, они играют сами от себя, они играют в современном ключе, так как они это понимают, так как они это представляют. И, в общем, это вполне достойно уважения, и это вполне приемлемо в такой органике сегодняшнего дня. У Харківському театрі для дітей та юнацтва переконані, що улюблений з дитинства харківський тюз прийматиме аншлаги ще не одне десятиліття. Очень радостно. И то, что сейчас спектакль прожил столько лет, это говорит только о том, что он был правильно замешан, правильно заделан, правильно срепетирован, что он выдержал столько лет времени. И сейчас играет состав мои студенты, я преподаю в Академии культуры, все вот мои выпускники разных годов выпуска хорошо очень работают. Вот, потому что очень хорошая тема спектакля, очень хорошая история, вечная папа, мама, ребенок и взаимоотношения в семье. И очень, очень радостно, что он остался, что он в репертуаре, и дай Бог ему еще дальнейшей долгой жизни. А что бы я хотел пожелать театру? Ну, конечно, аншлагов постоянных, хороших, добрых зрителей, ну и творческих удач. Театральный сезон в Харьковском театре для детей и юношества. И весь сезон для его закрытия летом следующего года мы с вами, а вы с нами.